Всем привет, друзья! Вы снова на канале Съедобно. Сегодня мы будем готовить простой итальянский десерт. Это знаменитый тирамису, но будем делать его несколько иначе. Немного другой, не классический рецепт. Погнали готовить! Для нашего тирамису нам понадобятся следующие ингредиенты. Это основа печенья савоярди, это куриные яички, апельсины, сахар, маскарпоне сырок и грецкие орехи, это для присыпки сверху тирамису. Рецепт с точными граммовками я укажу в описании под видео или же в первом комментарии. Итак, наконец, все наши ингредиенты готовы. Крем готов, сок подготовлен. Печеньки мы наконец-таки вытащили из пачки. Орешки мелко нарублены. Давайте собирать наш вкусный десерт. Наш тирамису практически готов. Необходимо его поставить на 10-12 часов в холодильник, ну, лучше всего на ночь, чтобы крем хорошо держал форму. На утро проснемся, нарежем маленькими кусочками наше лакомство и попробуем вкуснейший десерт. До завтра! Наконец-таки готов, настало утро. Господи, какой же запах. Давайте наконец-таки пробовать. Вау. Мадонна. Какая прелесть. Наконец-таки мы попробуем кусочек. Отрежу самого красивого места из серединки. Ну, как обычно, в принципе. Как он великолепно держит форму. Ночь в холодильнике прошла явно не зря. Попробуем. Очень вкусно. Что ты на меня смотришь? Там тебе тоже осталось. Итак, что можно сказать про наше тирамису? Получилось очень нежно, сочно и вкусно. Всем рекомендую данный рецепт. Пробуйте и наслаждайтесь. Если это видео вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии, делитесь мнениями, рецептами и ставьте лайки нашему видео. Подписывайтесь на наш канал, канал Съедобно. Напоминаю, канал Съедобно называется. Съедобно.